Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Меня зовут Даувир, фамилия моя Шакиржан. Особое приветствие за подписчика моего канала на YouTube. Продолжаем рассматривать термины восточной эзотерики. Есть такой термин, такое слово, как фо чао. Что же вкладывают деятели восточной эзотерики в это слово фо чао? Фо чао. Это китайская интерпретация буддистской религии. Как мы уже отмечали, буддизм является сводом законов, определяющих образ жизни и жизненный путь. Заметим, что для того, чтобы следовать общепринятому подходу, мы здесь рассматриваем буддизм как религию. Итак, фо чао – это китайское название буддизма. Вот такой смысл вкладывают деятели восточной эзотерики в этот термин, имеющие китайское происхождение, фо чао. Нам, представителям западного направления, это несомненно интересно и полезно знать. На этом до свидания, до новых встреч.